Есть земля, где который год, люди так ждут хороших погод. Тучами покрыто небесполотно, было по-другому, но так было давно. Старому друид солнце забрал, чтобы проблем никто не знал, чтобы порядок был, но перебор. Люди кричат с тех пор: отдай тепло, отдай тепло. Его, 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 его. Им надо немного, им надо не все. Отдай тепло, отдай тепло. Его, 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 его. Им надо немного, им надо не все. Тут же мудрец задает вопрос: что же не хватает вам, у вас есть все. С ним одни проблемы, а нам выйдет бардак. Люди бредят, не хотят работать, как так? На этот вопрос собралась толпа. Говорят, не надо им много тепла, хотя бы рассвет, чтобы на день силы брать, и закаты, чтобы мечтать. Отдай тепло, отдай тепло. Его, 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 его. Им надо немного, им надо не все. Отдай тепло, отдай тепло. Его, 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 его. Им надо немного, им надо не все. Время прошло уже много лет, люди изобрели искусственный свет. Больше потребностей в нем нет, большой лишь песня старых осталось тепло. Все поголовно предались мечтам, крылья придумали, стали мечтать. И ближе, и ближе, и сделай же что, чтобы худо не произошло. Отдай тепло, отдай тепло. Его, 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 его. Им надо немного, им надо не все. Отдай тепло, отдай тепло. Его, 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 его. Им надо немного, им надо не все. Дорогие друзья, всем большой привет! Спасибо вам большое за просмотр данного кавера на песню «Тепло» Макс Коржа. Я знаю, что среди моих подписчиков есть ребята из Беларуси. Обязательно напишите в чате, как ваши дела, как вы там. Если ты также хочешь играть на гитаре, как я, исполнять любые любимые песни, то спускайся в описании под видео, вступай в мою школу гитары и вокала «Хижина музыканта», учись у меня. Все свои свежие знания в плане вокала и гитары я внедрил в нашу школу «Хижина музыканта», ссылка в описании, а также в свои видео курсы по обучению игре на гитаре, вокалу. Все оставлю одной ссылочкой внизу. Спускайтесь, скоро увидимся. Пока.